Всех приветствую, продолжаю просматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Жорж Антуан Рошгросс родился в Версале 2 августа 1859 года, учился в Париже у Жюля Жозефа Лефевра и Гюстава Кларенса Рудольфа Буланже. Его темы, как правило, исторические, и он рассматривал их в колоссальном масштабе и в эмоциональном натуралистическом стиле, с явным упоением ужасными сюжетами и деталями. Я цитирую переводную Википедию. Его дебют в Парижском салоне состоялся в 1882 году. Был избран офицером Ордена Почетного Легиона в 1892 году и получил медаль почета в 1906 за «Красный восторг». Рошгросс также иллюстрировал несколько книг. Некоторые рисунки к этим иллюстрациям находятся в отделе гравюры и рисунка Британского музея в Лондоне. Последние годы жизни прожил в Алжире, но вернулся в Париж, где и умер, и похоронен на кладбище Монпарнас. Его жена умерла в 1920 году, а он в 1938. Вот так немного из переводной Википедии о французском историческом художнике-декораторе Жорж Антуан Рошгросс. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работы.